Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 октября, и несмотря на то, что уже поздняя осень, я еще не успела все вам помидоры показать. И вот мимо сорта очарования пройти мимо невозможно, хочу обязательно вам его показать. У меня просили показать его летом, но по времени очень много было новинок, я старалась новинки показывать. А этот сорт, так как я выращиваю много лет, я как-то опять его упустила. Но вот этот сорт очарования... Он полностью оправдывает свое название. Я очарована этим сортом. Я его называю «Мои апельсинки». Это не сорт апельсин, не надо его путать, это совсем другой. Это сорт очарования. Почему я хочу о нем рассказать? Потому что этот сорт, вот говорят, что нет томатов, которые не подвержены заболеваниям. Но вот этот сорт, я подозреваю, что один из сортов, который почти не подвержен никаким заболеваниям. Как уже я говорила, много лет выращиваю, у меня даже пачки нет, мне даже нечего вам показать. И ни разу больше я не увидела в магазине, чтобы купить новую для образца. Но вот сколько лет я его выращиваю, ни разу никогда не болел ни фитофторой, ни какой-то вот этой пятнистостью листьев, ни кладоспориозом, вообще ни разу. И я подозреваю, что этот сорт самый-самый устойчивый к различным заболеваниям. Единственный его недостаток, но я считаю это недостатком, он очень высокорослый, вот 180 сантиметров это минимум. То есть я с ростом 1,65 м, я вот так стою и вверх смотрю на него, снизу вверх, перерастает человеческий рост, естественно. Для меня это не очень удобно в обслуживании, у меня кол 1,20 м, а томат вот этот 1,80 м. Понимаете, в чем разница? Он начинает верхушка заваливаться от того, что кисти большие. Сейчас я немного о нем расскажу. Он индетерминантный, высокорослый. Кистями 8-10 кистей. Ой, 8-10 штук на одной кисти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот представьте, вот эти 10 томатов могут быть. Это одна кисть. Кисти очень объемные, длинные такие. И специально принесла вам... разной степени зрелости, потому что некоторые могут подумать, что это желтоплодный томат. Вот он сначала зеленый, потом делается вот таким желтым. Не знаю, передается нормально цвет или нет. Вот желтый томатик, казалось бы. И некоторые, не дожидаясь, могут его сорвать и скушать. Он будет невкусным, он еще недозрелый. Потом он сделается вот таким. Видите, начинает... оранжевая вот смыска, оранжевый цвет проявляться. И в конце концов, в фазе биологической зрелости, именно тогда, когда он самый вкусный, самый ароматный, он делается вот таким оранжевым, прям оранжево-красным. Это значит, что в этом томате повышенное содержание бета-каротина. Именно поэтому он рекомендован для диетического питания. Не все люди могут кушать красный томат. Вот это еще одно преимущество, достоинство этого томата – что он диетический, для детского питания, он такой мягкий, сладкий. Ну, как всегда я говорила, все оранжевые и желтые сорта, они более сладкие. Он очень вкусный. И еще одно достоинство, он никогда, даже при полном созревании, в любую погоду, он почти никогда не трескается, потому что у него очень плотная кожица. А это значит что? Что он идеально подойдет для консервирования у нас. Очень красиво в консервировании в банке, ярко-оранжевые вот такие плоды, такие темные, насыщенные оранжевой окраски. Но это прям маленькие солнышки в банке. Зимой смотрится очень красиво, красивее всех красных. Вот этот вот краткий видеообзор сорта очарования, чтобы вы не прошли мимо этого сорта, очень удобен. Во-первых, он, кто не боится индетерминантных сортов, ясно, что его... могут выращивать все, но если вы боитесь вот такой длины верхушку после какой-то кисти, там, ну вот если сильно высокий, можно, конечно, обрезать, его можно окорачивать, но дело в том, что этот сорт очень хороший и для еды вкусный. Детям можно, солить, консервировать можно, он на все случаи жизни. Есть и маленькие, можно, если вам нужны маленькие, есть вот такие маленькие томаты, есть и вот такие, вырастают даже до 150 граммов. Вот этот томат средний, ну как, средний вес, он есть и помельче, есть и покрупнее. Очень хороший томат. И как я всегда говорю, хвалю не все,
Вот этот томат, я хвалю, очень красивый куст, очень красиво смотрятся вот эти грозди ярко-оранжевые, декоративные. Всем рекомендую, не пожалеете. Но это, конечно, для тех, это не для крупноплодных. Если кто-то любит только крупноплодные, вот такую вес 100-150 грамм считает мелочевкой, конечно, вам он не подойдет. Но вот засолочные, вот у меня сейчас поспели все уже засолочные сорта, я их высаживаю немножко попозже, нынче еще весна была поздняя. Сейчас еще несколько засолочных сортов вам покажу, потому что засолочные сорта тоже нужно иметь на участке, хотя бы 5 или 10 кустиков маленького размера для цельноплодного консервирования. Все, до свидания. Это был сорт «Очарование». Маленькие апельсинки в вашем огороде.